Институту судебных приставов России исполнился 151 год. В Мурманске эту дату отметили торжественным мероприятием. Традиционно благодарности, грамоты и памятные подарки вручили не только руководителю ведомства, но и рядовым сотрудникам, которые отличились по службе. Хотел бы поздравить всех сотрудников Управления Федеральной службы судебных приставов по Мурманской области, наших ветеранов, с профессиональным праздником. Пожелать всем крепкого здоровья, удачи, чтобы у них были крепкими тылы и были платежеспособные должники и не жаловались взыскатели. Всем успехов, всем удачи. К профессиональному празднику сотрудники регионального ведомства подошли с серьезными результатами. Более 500 000 исполнительных производств находились на рассмотрении. На общую сумму задолженности около 30 миллиардов рублей. Взыскать удалось почти 3 миллиарда. Значительная часть исполнительных документов – административные штрафы, количество которых в этом году выросло. Большое внимание по-прежнему уделяется работе по взысканию алиментов. Таких производств стало меньше. Еще одна тенденция – уменьшение количества обращений граждан, что, по мнению руководства, свидетельствует о качестве работы управления приставов по Мурманской области.